11 апреля – день домашних животных. И этот праздник, я так полагаю, отмечают не сами домашние животные, а их владельцы. И я их горячо сегодня поздравляю с этим прекрасным праздником. Вот. Ну и для вас, дорогие владельцы домашних животных, замечательные частушки про ваших питомцев. Лает Бобик во дворе, лает и не кусается. Это Бобик по весне, но котов ругается. Наша жучка с тузиком у ворот встречается. Иногда от этих встреч и ночки получаются. У меня свинья морская, рыжая, пушистая. Я ей сено покупаю, свежее, душистое. Появился попугай у моей соседки. Говорят, она купила золотую клетку. У меня в деревне куры в грядочках пасутся, но они такие дуры, что-то не несутся. Наши две коровушки разом отселились, мы и все наши соседи молока напились. По реке плывет корова, обогнала пароход. На рогах сидит ворона и соломинкой гребет. Первый дойер, будь здоров, обожал своих коров. Мишка, что тут говорить, лучше всех умел доить. Дорогие друзья, я же совсем забыл. Точно, домашние животные — это не только кошечки и собачки, это еще коровы. Блин, классное время было, когда у меня была корова. Вот. Было очень классно. Любил я травку покосить. У меня было две коровы. Сначала была лысенка, а потом красотка. А может быть, наоборот, уже не помню. Но, друзья, в любом случае, подписывайтесь на мой канал «Споем под баян». Ставьте лайки, пишите комментарии. Пишите в комментариях, как зовут ваших домашних животных и какие они, кто они такие, коровы, может быть, куры, может быть, козы или барашки. До новых встреч!